первых. Запускай первых. Что значит следующий раз? Вы что? Конечно, а когда еще следующий раз? Сегодня. Это мама представителя, единственного представителя еврейской автономной области, который обеспечил команде заметное место в ранге субъекта федерации по рейтингу, который учитывает уровень мастерства и представительства. Сейчас все-таки пойдем туда, где сидят призеры, и посмотрим, что у нас, как заполняется тут. Так, это у нас здесь девочки. Первая лига, юноши первая лига. Так, 11, 13. Это еще долгий-долгий процесс. Ведь у нас еще, кроме этого, есть еще и высшая лига. Сколько же всего получается рожденных? Ой, юноши, девушки, юноши, девушки. Да. Да.